секрет, это какая-то свобода. Конечно, ну, это средство передвижения, да, это в каком-то роде сейчас это заработок мой. Мобильный офис, потому что иногда приходится колесить по городу, да, там по 6-8 часов, не останавливаясь. Это верный друг и помощник, и как бы аппарат, который вытягивает меня из каких-нибудь, например, депрессий і тому подобное. Олександр Малявський пересувається переважно велосипедом 5 років. Ідея подолати дистанцію з Києва до Миколаєва з'явилась 2 роки тому. Мені подумалось, було б прикольно без вещей, без рюкзака попытаться уложить расстояние за сутки. Вот. И как-то до реализации не доходило. В этом году дошло. Заїзду передувала підготовка. Тренировался и делал для себя всякие как бы такие сложности, да, вот там выезжал в дождь, например, вот специально для того, чтобы ну, не сломаться потом где-то по пути, если вдруг он пойдет. В принципе, так и получилось. Олександр каже, важко стало наприкінці дистанції. Вот последние действительно там 100 с лишним километров, когда пошел дождь, когда не было видно ям, то есть полностью лужи, силы уже чуть-чуть там начинают заканчиваться, машины слепят, однополосное движение, и было сложно действительно не бросить. Результат дистанції – 22 години 48 хвилин з перервами та 17 годин 8 хвилин – час чистої їзди. Наступна мета Олександра Малявського – будівництво велотреку у Миколаєві. Я попытаюсь, по крайней мере. То есть это, да, это мечта, но я понимаю, что в принципе нет ничего невозможного. Нужно пытаться, нужно брать, делать, стараться, и возможно это получится. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.